Аукцион «Эдом Сотбис» выставил на продажу святой Грааль среди хронографов. Самые известные и самые дорогие часы в мире. Henry Graves Super Complication, созданный в 1925 году. Оценивают их в 15 миллионов швейцарских франков. Продажа лота с открытым механизмом состоится 11 ноября в 175-летний юбилей их фирмы-производителя Patek Philippe. Часы были сделаны по заказу банкира Генри Грейвса, который поспорил с другим магнатом, что станет обладателем самых сложных часов в мире. На создание шедевра ушло 8 лет. Это был настоящий вызов. 3 года ушло на изучение механизмов и разработку дизайна, еще 5 лет на само производство. Над ним работали мастера со всей долины Кантон. И это настоящее свидетельство гениальности швейцарцев в часовом деле, науки, астрономии, инженерии. Для своего времени это была абсолютная вершина технологий. Карманные часы из розового золота весят 0,5 килограмма. Помимо обычных часовой, минутной и секундной стрелок, они имеют еще 24 разных механизма, в том числе вечный календарь, указатель фаз луны, хронограф долей секунды и многое другое. Первому владельцу эти часы достались за 60 тысяч франков, и он в конце концов выиграл свой спор. Сегодня цена их выросла в сотни раз, но организаторы уверены, что уникальный хронограф легко найдет себе нового владельца.